Украинская армия оставила новый терминал Донецкого аэропорта. Эту информацию подтвердили в Генштабе. Говорят, здание настолько разрушено, что защищать уже нечего. В то же время, по данным СНБО, киборги продолжают удерживать на территории аэропорта пожарную часть, район диспетчерской вышки и взлетно-посадочную полосу. В связи с тем, что территория этого терминала простреливается насквозь, вчера вечером было принято решение выйти из территории терминала на новые рубежи. Запеклі бои продолжаются и в эти хвилини. По данным Генштаба, 16 украинских военных попали в плен. Сегодня в Донецке так называемых киборгов заставили грузить тела своих товарищей в грузовики. Позже пленных провели по улицам города. Два десятка военнопленных в сопровождении вооруженного конвоя прошли от аэропорта до расстрелянной утром троллейбусной остановки. Яды такие.